Новую пекарскую лабораторию открыли в Люберецком техникуме. На сегодняшний день это единственное учебное заведение в Подмосковье, где обучают будущих мастеров хлебопекарного дела. В помещении, оборудованном по последнему слову техники, студенты уже проходят производственную практику. Почетных гостей в Гагаринском техникуме встречают с хлебом и солью. Теперь главные продукты, разнообразные мучные изделия, готовят в стенах учебного заведения. Во время практических занятий, на которые отведено 6 часов в неделю, будущие пекари учатся азам этой профессии. Проводим набор по профессии пекарь. Мы единственный техникум Московской области, который проводит набор по этой профессии и обучает студентов по стандартам WorldSkills. Сейчас по этой профессии обучается 25 студентов, это группа первого курса. Преподаватели техникума делятся своим мастерством не только со студентами. В день торжественного открытия лаборатории они провели обучающий мастер-класс для депутата Государственной Думы Лидии Антоновой, главы Люберец Владимира Ружицкого и директора хлебокомбината Ирины Гармашевой. А после этого гостей пригласили в демонстрационный зал, в котором студенты техникума отрабатывают навыки по сервировке стола. Есть профессии, которые никогда не уйдут, которые будут требовать человеческих рук. И, конечно, пекарь – это одна из этих профессий. Еще я хочу сказать, что вот в нашем техникуме Люберецком всегда сильны традиции нравственного воспитания. Открытие пекарской лаборатории ознаменовалось историческим событием. В этот день было подписано трехстороннее соглашение о подготовке кадров между учебным заведением, администрацией округа и Люберецким хлебокомбинатом. Таким образом, можно считать, что после окончания техникума студенты-пекари будут обеспечены работой. В нашем округе есть ряд индивидуальных предпринимателей, которые тоже готовы заключить с нами договора. Поэтому я сказала, на хлебозаводе у нас будет свой учебный класс, что значительно облегчит и сведет к нулю адаптацию уже при приходе непосредственно на работу наших выпускников. По итогам всероссийского конкурса, который проходил несколько дней назад, Люберецкий техникум имени Гагарин уже в третий раз вошел в список 100 лучших СУЗов. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.